Красноярцы выбрали лучшую песню о нашем городе. 2 недели назад 7-й канал запустил проект, и все это время наш корреспондент Галина Сергиенко знакомила вас с его участниками и рассказывала о творчестве каждого. Есть слово, чтобы подвести итоги. На крутых берегах Енисея славный город стоит Красноярск. 2 недели красноярцы выбирали лучшую песню о городе на Енисее. Составить плейлист помог известный музыкальный обозреватель Владимир Василенко. Общими силами отобрали 5 исполнителей в разных жанрах и стилях. Но главное, что всех их объединяет тема жизни и любовь к Красноярску. Я замечаю такую вещь, что люди все реже и реже поют. Вот во время моей молодости мы за столом, у костра где-то, когда собирались, всегда что-то пели. Поэтому единственное, что я пожелаю красноярцам, чаще петь. Только города в сердце России мне не будет родней никогда. Чем мне нравится ночной Красноярск, это отсутствием шума, люди, отсутствием вас. В жизни побывал я всюду и везде, в Питере, на Ходке и Караганде. Но скажу вам, все же ближе и дороже, не встречал я города нигде. Без сомнений, ночной Красноярск. До сих пор в голове, переезжая через мост, ты можешь быть на правом, на левом и на левом, на правом. Или задержись на мосту, на мгновение замри. Да все хороши, молодцы, но все-таки Яхонт душевнее и роднее. Это наш гимн, однозначно, мой Красноярск, Яхонт. Думаю, у Сергея Сердюкова единственная песня, которая действительно про Красноярск. У других, поменяя припев, можно петь про любой другой город. Артем Толстобров, «Славный город». Обожаю эту песню. Моя бы воля, сделал бы ее гимном Красноярска. Хотя для меня она и так неофициальный гимн нашего любимого города. 7-й канал запустил проект для того, чтобы рассказать о наших красноярских авторах. За 2 недели, что шел конкурс, мы получили огромный отклик от наших жителей. Каждая из 5 песен нашла своего слушателя. Лучшей, по мнению проголосовавших, оказалась «Мой Красноярск» Сергея Сердюкова. Меня встречает Красноярск строгой оранжевых огней. Мерцает вдалеке маяк. Победить мог каждый. Это же голосование, это рулетка прежде всего. Вот, естественно, тут голосовали подписчики, друзья знакомых, и знакомые знакомых и так далее. Вот, поэтому, ну, конечно, рад. Сергей набрал более 1000 голосов. Теперь на его песню 7-й канал сделает видеоклип-зарисовку и покажет в эфире телеканала, а также на всех своих социальных платформах. Если зайти на нашу страничку во ВКонтакте, то под постом с голосованием мы увидим огромное количество песен о Красноярске. Мы их обязательно все соберем в отдельный пост и выложим на всех наших ресурсах для того, чтобы как можно больше красноярцев смогли послушать песни о нашем городе. Своей целью в этом конкурсе мы ставили для себя привлечь внимание творцов нашего города к написанию, сочинительству песен о Красноярске. Я думаю, что этой цели мы как раз добились. Галина Сергиенко, Станислав Смирнов, 7-й канал.